Так, ну теперь нам надо сюда. Ключ может... А, мы его разве не взяли? Мы дверь открыли, да? Да, дверь открыли, а ключ мы не брали. Я решил сюда не идти. Так, туда, по-моему... Ну да, здесь ничего нету. Так, ну теперь у нас есть ключ. Восточное святилище. Это восточное святилище. Отсюда можно попасть в горы и в джунгли. Что такое, малыш? Так, посмотрим. Так, восточное святилище. А подземные тропы... Это, по-моему, там надо открыть, где дверь была. Хотя нет, дверь у нас, по-моему, где-то внизу здесь находилась. Ладно, потом разберемся. Так, куда? Вниз, вправо. Так, там закрыто. Если наверх. Так, понятно. Открывается. Так, хорошо, сюда забрались. Так, но здесь все равно закрыто. И, наверное, можем забраться. Могли. Надо здесь аккуратней. Но да, все очень печально. Пока еще не привык к управлению. Что это делает у нас? Это, видимо, нижние. Ага. Так, мы здесь не упадем. Вот ж так. Вдруг там нету дна. Так, открыли путь наверх. Хорошо. Пойдем мы, наверное, все-таки вправо. Посмотрим, что у нас еще здесь. Так, это, походу, джунгли. Так, что делать? Ничего мы не могли сделать. Максимум ударить. Смотри, лодка. Не, нажми Z рядом с парусом, чтобы лодка поплыла. Так, а нам говорили, что рядом с лодкой это должно быть. Какая-то коллекция. Здесь что-то не видно ничего. Так, ну ладно. Так, и здесь проход открыли. Так, я думаю, мы, наверное, все-таки пойдем туда наверх.
искать. Здесь будет что-то посложнее. Потом сюда вернемся. Проход открыли, и хорошо. Сохранились. Так, я по идее здесь могу залезть. Что это, не могу. Следи за этими ножницами. Эй, только полечиться хотел. Так, ну, попробовать. Хорошо скосили их. Поглядывай на этого кондора. Он нападет на тебя в самый неожиданный момент. Пускай нападает. А, ты вот так вот даже. Там мы тебя будем бить. Ключ, опять разлом. Ну, разлом так разлом. А, нет, они не свалились. А, здесь у нас. Ничего себе. Все, эти свалились. Я тебя не ждал. Как мне тебя убивать? Попал. Может, отбивать надо? Да нет, вроде. Наверное, просто сюда надо уйти. О, попали. Это хорошо. Так, конечно, будет долго. Так, у нас откинул. Плохо дело. Так, и все. Кто хотел наверх? Ну ладно, что поделать. Не получилось. Там неудобно с ним внизу драться. Любому надо где-то наверху драться. Thank you.
Сейчас, возможно, он появится здесь. Нет? Вон там этот. Вот, все, этот умер. Сейчас появится здесь. Здесь с ним уже будет легче сражаться. Нет? Так, то есть он по-любому оказывается здесь. Так, хорошо, мы можем здесь стоять. Хотя это очень печально. Так, я не знаю, как с ней сражаться. Так, не получается. Наверху стоять. Чем, как ее бить-то? Сложнее, чем хранитель. Я думал, наверху появится, а не захотелось наверху появляться. То есть я все равно еще кнопки путаю. Так, у нас есть рассечение. Здесь нельзя стоять. Так, а ты откуда взялся? Так, как нам поступить? Зря это сделал. Надо как-то света бы забрать, этого убить. Так, вот как с ним бороться? Наверное, только так. Все же. Это самый простой способ. Так мы не попадаем. Туда к нему как-то не особо хочется. Наверное, придется. А, вот, сейчас пролетел, кстати. Очень близко. Чтобы немножко восстановиться. Так, не успеем. Так, мы не попадаем. Только хуже все становится. Так, нам бы вниз. Вниз опасно. Очень. Как восстановились. Еще разок восстановились. Так, можно подождать, потом действовать. Придется как-то так действовать. Окей. С ним справились. Не очень неприятный. Прыжок от стены. Теперь ты можешь отталкиваться от стен. Нажми пробел, когда спускаешься по стене, чтобы прыгнуть. Угу. Хорошо. Так, пробуем. Эй-эй-эй. У меня не вышло. Наверное, лучше не здесь пробовать. Так, ну то есть мы можем теперь, в принципе, забираться высоко-высоко. Хорошо. Прыжок от стены.
В Берии солнца много мест, куда можно забраться, и лучше всего это делать с помощью прыжка от стены. Когда найдешь ровную вертикальную поверхность, ты можешь прыгнуть на нее и медленно спуститься. В процессе, когда будет нужно, прыгни еще раз, чтобы подняться вверх или добраться в другое место. Так, ну короче, двойной прыжок уже не работает. Так, такой у себя. Или работает? Вроде работает. Так, да, просто я, видимо, два раза нажимал заранее. Так, начинается. Нафиг. Заберем. Так, сверху ничего нет, налево нам тоже, по идее, не нужно. Нет, теперь ты можешь карабкаться так высоко, как только захочешь. Вообще не хочу. Так, найден ключ. Так-то я не знаю, куда это у нас поведет. По всей видимости, вниз, наверное, прыгать надо. Нет? Я тебя достаю. Это, видимо, не вниз. Так, ну и наверху там, по-моему, там решетка была. Да. Туда нам тоже не попасть. Так, ну все, возвращаемся в самый низ. Вот здесь, по-моему, что-то было. А, вот у нас дверь. Так, 370 нам не хватит ни на что. Так, к этим пока не попасть. Так, хорошо. Идем вниз. Есть монета. И пока сюда мы не можем заходить. Так, а здесь мы уже были. Куда-то ниже. Так, допустим. Мы сейчас умрем, да. Почему-то двойной прыжок не всегда срабатывает. Сейчас пытался двойной прыжок сделать, никак. Надо как-то... Где-то надо потестировать, нам тестировать негде, везде мешаются. Так, вот здесь можем потестировать. Так, прыгаем. Раз, два, есть прыжок. Здесь почему-то он есть. Прям постоянно двойной прыжок срабатывает. Так, ладно, значит, он всегда есть. Мы, кстати, здесь можем спуститься. Восточное святилище. Понятно. Не надо нам было сюда. Я думал, откуда-то дальше проход. Тогда, получается, раз мы здесь начали, значит, нам туда. Так, мы с вами будем сражаться, потому что с вас дают
сфера. Так, попробуем. Более-менее. Плато. Так, там ничего нету. Пока наверху. Интересно. Интересное местечко. Брошенная деревня. Так, как бы нет. А мы, наверное, должны были это все пройти. То есть здесь вот снизу, я так понимаю. Потом сверху пробежать. Возможно. Так, это место... А, мы здесь были, да. Здесь было закрыто. Мы теперь можем сюда попасть. Так, нам надо туда наверх как-то забраться. Почти. Найдена Кипа 2, Луна. Эй, игрок, это что за маневры? Собираешься рекорд установить? Мысли. Брошенная деревня. Вообще не понимаю, куда я бегу. Можно и налево, можно и направо. Можно сюда куда-то. Знать бы, где нужно. Куда нужно, куда не нужно. Вроде тоже что-то важное. И к урку. Так, понятно, здесь у нас урку. Так, найдет статуэтка гор. Зачем? А, это, видимо, чтобы я мог наверх забраться. Мне нам наверх пока не надо. Здесь не все изучили. Надо закрыться. Так, хорошо, налево мы не пройдем. У нас здесь есть. Двери пооткрывали, правда я не понимаю, где я нахожусь все равно. Так, что-то есть. Карта. Ага, это мы в верхней части, значит. Вот там у нас урку будет, а снизу будет четвертый хранитель. Так, ну все-таки вниз. Зря. Так, надо было восстановиться. Так, все очень плохо. Нас зацепили. Кнопкой ошибся. Думал так убежать от них. По итогу другую кнопку нажал. Так, а где это мы были? Пик урку. А это кто там был наверху? Так, его надо забрать.
Найдена статуэтка танцоров. Отлично. Так, не знаю, надо возвращаться туда, не надо. Вернемся, наверное. Надеюсь, что-то нашли. Так, отлично. Воздушная атака 2. Берем. У нас же там еще какие-то комбо должны были быть. А, вот у нас навыки, атаки, комбо. Ну, понятно. Навыки в целом. Это у нас что? Два маячки символом пламени. А сверху еще пока непонятно, что это будет. Ладно, потом узнаем. Так, дубль 2. Только более аккуратно. Так получше. Так, здесь, по-моему, проход какой-то нет. Нет. Так, ну а теперь все равно нам надо наверх. Самый-самый наверх. Так, здесь мы не пройдем, что ли? Это печально. Чем это я сюда шел? Так, пик урку. Вот нам по-любому надо сюда. Можно было, видимо, сразу наверх забраться. Ну, а здесь, может быть... А, ну мы здесь забрали уже статуэтку. Может, это еще будет. Например, проблемы какие-нибудь. Они по-любому будут. Я уже сколько, часа 4 наиграл в эту игру, но до сих пор проблемы с управлением. Вообще не могу А от Z отличить. Очень рядом стоят, неудобно. Все удобно. X, в принципе, тоже уже как-то привыкаешь. Вот то, что А это пламя, Z это удар, вот это прям путается. Так, надо туда как-то попасть. Найдена мантия урку. Это хорошо. Это у нас внизу. Что наверху? Так, здесь у нас еще битва. Ну,
прикольно, что его можно так убить. Так, сейчас нельзя. Еще один. Вот так сам не нападаешь. Угу, здесь тоже у нас, ну, куда-то падаешь. Тоже два глаза. Хорошо, случайно первого нашли, и нам закрыли путь обратно. Так, сюда, наверное, у нас форма, потом какая-то будет следующая, которую мы будем применять на кнопку D. Сейчас я смотрел в настройках управления, есть кнопка D. Да, тем более, это как раз-таки нам вниз сейчас пока не попасть. Но показывает, что как бы можно туда, нужно туда попасть. Да ладно. Так, вторая, наверное, у нас второй глаз находится где-то здесь. Ура, мы добрались до вершины. Так, вот это плохо. Ну, в принципе, здесь. Понятно. Еще одно сражение. Так, ключик. Ключ нам нужен. Только я не знаю куда. Куда-то нужен. Так, а вот сюда-то он и нужен. Ну что ж, идем отхватывать. Так, первый хранитель вообще у нас не отобрал ни одной жизни, но мы с ним очень долго воевали. Второго я проходил сколько я раз? Раз 7-8, наверное, умер. Посмотрим, что у нас здесь. Нам еще добраться надо до него. Я еще без понятия, где он находится. Какие вы бесявые. Так, я так понимаю, что где-то там должен находиться. Здесь у нас закрыто. Может, скорее всего, вот здесь. Эй-эй-эй, не падай, не падай. Я не хочу обратно потом все это забираться. Давай, уходи. Вот. Опять не ту кнопку нажал. Чем-то хочется их бить. На кнопку А.
Так, найдено кипу 4 страх урку. Так, ну, наверное, вот туда надо. Вот там что еще есть. Ну, спасибо. Чтобы добраться до алтаря урку, нам придется победить этих громил. Это ладно. Хотя бы этого убить. Этого, в принципе, попроще. Так, у нас 5500. Нам, по-моему, сейчас... Должен быть, наверное, этот скелетик сейчас. Нет. Нет скелетика. Так, а там что у нас... Плохая идея. Так, ну если мы умрем, мы уж где? Мы уж недалеко появимся. Где-то здесь должны появиться. А, вот, все, рядышком. Так, пускай нас прокачает. Отлично, приступим. Так, 3500, либо хп, либо... Так, а вот нам лучше бы, конечно, плюс 2 к атаке. Ну ладно, пускай будет жизнь тогда. Лишней не будет. Я бы, конечно, лучше атаку взял. На атаку не хватает. Так, идем учить босса. Так, понятно, нам надо будет, скорее всего, часто прыгать. Спасибо. Так, у него что-то там на руке находится. Так, это что? Мне это не нужно. Единственный способ победить — добраться до его головы, но она так высоко. Я куда-то выпрыгнул вообще за пределы, по-моему. Так, успеем мы полечиться полностью? Полностью, наверное, нет. Но хотя нам дают время. Так, вряд ли мы до его головы сможем добраться. Нам бы до руки добраться. По руке ему надо бить. Хотя, наверное, это малоэффективно. А, вот. Отлично. Так, не трогай меня. Не трогай меня. Понятно. Так, ну сейчас у меня... Пойдет новая стадия какая-нибудь. Здесь-то доберемся. Нет, новой стадии нету. Кому верить, победить урку? Так, ну, пока самый легкий. Должно быть, ты и есть то самое семя, о котором меня предупреждала Луна. Такая сила, и при этом такая глупая наивность и слепое подчинение его приказам. Я когда-то тоже был наивным. В попытках сбросить оковы бога Созидателя, я заковал нас в новые. Не слушай их, никого из них. А если послушаешь, то кончишь так же, как и мы.
Когда будешь искать следующего соперника, ищи кого-то сильнее меня. Маленькая семечка. Ну, сильнее тебя это будет несложно найти. Огненный шар. Стреляй во врагов огромной огненной сферой. Тоже вряд ли. И хранитель так себе, и сила его так себе. Там земля и же. Так, нам надо очень много-много всего отдать. Что думаешь делать, когда затмение закончится? Остаться здесь, путешествовать, не знаю. После стольких приключений тебе хочется путешествовать и дальше? Ну, если в мире станет безопаснее, может, я присоединюсь к тебе? Например, все те места, где ты успел побывать, мне бы очень хотелось увидеть их своими глазами. Так, вперед. Кто такой Нин? Так, а у нас ее... Суяна ее зовут. Коллекция мне нужна. Суяна. Давай посмотрим. Так, 10-21. 4, по идее, наверное, нашли. У нас 6100. Прокачаем силу. Так, статуэтка танцоров с ножницами. Они выглядят куда более дружелюбно. Может, до затмения так и было? Статуэтка гор. Статуэтка, изображающая урку среди облаков. Мне кажется, очень похожа. Мантия урку. Мантия, сделанная в честь урку. Представляю, как им восхищались древние империи. Так, походу все. 7600. Бес, я боюсь, что Суяна к тебе слишком привязалась, и когда ваше приключение закончится, она снова останется одна. Что ты имеешь в виду? Я вернусь. Мне все равно. Первое. Родители Суяны ушли в джунгли в поисках лучшего дома, но так и не вернулись. А ее дед, мой муженек, идеалист, ушел в экспедицию по возвращению света в мир и пропал. Вся ее жизнь сплошные потери, так что, пожалуйста, будьте осторожны. Я не хочу, чтобы однажды она стала такой, как я. Но если ты в плане опыта, то, может быть, и не станет. Но если в плане возраста, то она станет такая же, как ты. Тоже постареет. Что такое бес? Почитать кипу. Ха, ну давай посмотрим. Так, у нас появилась луна. Солнце мы читали, зависть Ланту читали, честь Туи читали, вечное затмение читали. Так, у нас две появилось. Страх Урку и Луна. Из самых темных небесных долей появлялась Луна и вступала в танец с Солнцем. Так длилось многие века. Однако Луна ненавидела создание Солнца. Люди уничтожали все на своем пути, даже самих себя, ради своих прихотей и ради своего бога. Солнце полюбил Луну, и когда она выразила неприязнь к людям, он принял меры. Так, прибытие странного гостя. Страх Урку, управление страхами Урку. Ночью, когда солнце ничего не видит и не слышит, Луна наблюдала за хранителями и выискивала их слабости. Урку был первым из них. Несмотря на свой огромный размер, по сравнению с солнцем, он чувствовал себя ничтожным и немощным. В одну из ночей Луна посетила Урку и усилила эти страхи. Она нашептала ему лживую историю о сотворении мира, о том, как горделив и жаден был солнце. Урку испугался того, что могло бы случиться, если бы солнце обратилось против них. После той ночи Урку попросил у солнца больше силы под предлогом расширения империи. И солнце дал Урку больше своей силы. Так, короче, Луна ослабила солнце с помощью четырех хранителей. Ну, а потом... Так, нет, не надо нам это читать. А потом, видимо, сделала затмение. Что там солнце как раз и Луна же прикрывается затмением. Так, налево нам не надо, нам надо направо. А нам сначала надо силу прокачать. Повысить уровень. Отлично, приступим. Так, сила дает +2 к силе. Отлично, берем то, что нужно.